Десятки новых деревьев и кустарников появились в парке Подрезково. Так продуктивно прошла экологическая акция «Зеленый мир». В озеленении округа принял участие заместитель главы Игорь Панчук. Прежде всего, этот парк, эти деревья для наших жителей, для наших граждан городского округа Химки, которые всегда имеют возможность сюда прийти, приятно провести время. И я думаю, вам тоже будет приятно сюда прийти в последующем, увидеть те деревья, которые вы посадите, и оценить их дальнейший рост. В результате в парке Подрезково появилась целиком засаженная аллея. Совсем скоро деревья зацветут в полную силу. Уже на этих выходных состоится еще одна экологическая акция под названием «Лес Победы». Деревья будут высаживать во всех микрорайонах Химок. Принять участие может любой желающий.